День инвестора прошел в Нижегородской области. За последние 10 лет динамика роста инвестиций увеличилась почти в 4 раза. В рамках прошедшего дня инвестиций была проведена деловая игра, главной темой которой стало развитие отстающих территорий области. Мы решили услышать предложения от наших бизнесменов. Мы им показали наши труды, что мы предлагаем в целях улучшения инвестиционного климата, а бизнес оценивал наши результаты, посмотрел и высказал свои предложения, что мы должны исправить, где должны сократить сроки. Мы сейчас все эти предложения обобщим, вывесим на обсуждение на наш портал, и после этого будем работать в этом направлении. Объем инвестиций, которые компания произвела в Нижегородской области, это уже сумма приблизительно 4 миллиарда долларов. Ни в одной другой регион наша компания столько денег не вкладывала. Мы очень благодарны правительству Нижегородской области за тот шаг, который они нам сделали, за ту помощь, которую они нам оказывают в подготовке и в реализации данного проекта. Инвестиционный климат мы оцениваем как очень хороший, и доказательством этому служит наличие в Нижегородской области уже нескольких подобных проектов. Мы видели презентацию региона, она очень сильно привлекла испанские компании, ряд которых здесь присутствует. Это первый наш визит в Нижегородскую область, мы рассматриваем разные варианты сотрудничества. Я хотел бы подчеркнуть общий высокий уровень подготовки нижегородских специалистов. Раньше даже просто зайти в корпус было серо-темно, сейчас, как вы видите, сейчас ремонт сделали, достаточно много оборудования закупается. Руководство, наверное, в связке с городом, с областью, там, с губернатором. Всякие социальные проекты тоже завод развивает. И дом жилой построили для молодых специалистов. Наиболее активно нужно работать по созданию новых мощностей, по развитию своего бизнеса как раз именно в кризисные такие сложные годы, потому что выйти из сложного положения можно только завоевывая новые рынки и создавая новые мощности. Поэтому мы не почувствовали ни в прошлом году, ни в этом году какого-то сильного оттока инвесторов, в том числе и иностранных.